Салам Астармахумет Тотандастар. Я сегодня собрал еще ряд вопросов, которые пришли по поводу деятельности, в кавычках, дорогие Назарбаевой. Она, как вы знаете, спикер Сената, верхнего парламента страны. По Конституции она является вторым человеком нашего государства. И в прошлый раз на прошлой неделе. Я ее пригласил на дебаты. Собственно, мне сама власть предложила форму дискуссий в виде дебатов. Выслала своего представителя, соловья режима Назарбаева, Ермухамед Ертаспаева. Соловей там сейчас активно выступает в различных средствах массовой информации Казахстана. На прошлой неделе специально вышел репортаж на Хабаре по поводу меня, вот я приветствую любые такие репортажи. Чем больше вы будете публиковать одностороннюю информацию, собирая запуганных людей или подкупленных или зависимых от власти, тем больше будет к вам недоверие. Тем больше вы показываете, что это возможность а, обсуждения прямых эфиров на республиканских каналах возможно. Я на последних своих эфирах предложил Дариге, чтобы мы дебаты проводили не просто по стандартной схеме через YouTube, как было Ирмухабетом Ертезбаевым, но чтобы шла прямая трансляция на всех государственных каналах Казахстана. Ну и можно и прямо частных, именно семьи Назарбаевых, на КТК и других каналах. Ну, как известно, все так называемые частные каналы принадлежат реально семье Назарбаевых. А государственные каналы, они полностью контролируются представителями Нурсултана Назарбаева, поэтому, собственно, мое предложение открытое. И то, что на прошлой неделе час-двадцать минут шел длительный репортаж, обсуждалась моя деятельность на посту и как руководителя председателя векторов БТА банка, и моя предыдущая деятельность, ну сама власть демонстрирует, что в принципе это возможно. И мое предложение, чтобы наш эфир состоялся в эфире и демонстрировался по всем каналам, это абсолютная реальность. Осталось только согласиться на мое предложение. И чтобы позиция власти была более убедительной, ясно, что должен быть оппонент, который говорит свою позицию, а не односторонний, когда собирается кучка приближенных и начинает, что называется, закидывать камнями в одну сторону. В это уже никто не верит. Итак, накопилась определенная порция вопросов. Я дороге Назарбаевой предложил тщательно готовиться к предстоящим дебатам. Хотя ее представитель соловей режима Ирдызбаев сказал, нет, дорога не выйдет, ссылаясь, что вот он, оппонент, считается преступником режима. Но это вообще нарушает всякую логику. Регулярно средства массовой информации... Казахстана пишут обо мне, пусть даже в негативном свете, выступает представитель Генеральной прокуратуры, делают различные заявления Министерства внутренних дел и все прочее. Регулярно упоминается моя фамилия, и как-то странно так много меня упоминать и отказываться при этом дискутировать в прямом эфире. Тем более, что прямые эфиры час-двадцать минут на прошлом деле Хабар провел, именно посвященные мне. Поэтому я дойгу сейчас как бы готовлю психологически. Я понимаю, что ей сложно выступать в дебатах. Она никогда не выступала. Всегда собирала подготовленную публику и отвечает на заранее заготовленные вопросы, отвечает в виде заготовленных ответов, выученных наизусть. Вот. Мне немного ее жаль, потому что все-таки ей 56 лет, и она до сих пор студентка. Все время, как на экзамене, ей приносит вопрос, она заранее зубрит его, потом значит, озвучивает, и таким образом, собственно, выглядит вся ее публичная деятельность. Поэтому, чтобы она могла продемонстрировать, что она тоже такая талантливая папина дочь, все же Назарбаевы очень талантливые, они возглавляют все списки Forbes, миллиардеры, они получают, ну, как младшая дочь, государственную премию за вклад э, в области литературы, искусства, кинематографии. Э, средняя дочь тоже орденносец, э, академик и все прочее. В общем, вся семья Назарбаевых и их племянники, родственники и все прочее, они являются очень талантливыми людьми. И, конечно же, я думаю, что элемент таланта не может быть без возможности ясно и четко излагать свои мысли, свою позицию. Я надеюсь, дорога, подтвердит, что она действительно талантливая дочь талантливого отца на ну, султана Назарбаева. И поэтому я ее пригласил на дебаты, тем более она сейчас активно готовится стать президентом страны, встречалась с главой китайского парламента. Ну, я не знаю, может на китайский лучше знает и свободно говорила, мне трудно сказать. Но, в принципе, я думаю, что она в состоянии, я надеюсь, выходить в прямой эфир и обсуждать серьезные злободневные вопросы. Итак, какие вопросы накопились в дороге? Я хотел бы напомнить ее путь трудовой, чтобы вы понимали логику вопросов. Ну, например, до 94-95 года, когда она стала вице-президентом республиканской корпорации телевидения и радио Казахстана, Дарига, в принципе, нигде не была замечена именно в производственной деятельности. Она формально числилась у своей мамы в фонде Бубек, ну, по сути, была домохозяйкой, женой Рахата Алиева, который ну, стал известным, скажем, полицейским, финансовым полицейским страны, рейдерами и все прочее. Итак, до 1994 года дорога не была замечена в сфере журналистики, в сфере телевидения. И вот в 1994 году неожиданно она становится вице-президентом Республиканской корпорации телевидения и радио Казахстана. Вот как вы думаете, вы мы могли бы так вот раз быть домохозяйкой и неожиданно стать вице-президентом а, телекомпании, корпорации телевидения и радио Казахстана? Вот она была в 1994-1995 году вице-президентом, а в 1995 году она стала генеральным директором госпредприятия агентства Хабар. То есть вы помните, наверное, те времена, многие из вас, наверное, помнят старшего поколения, что это была доминирующая телевизионная компания, которая финансировалась, ну и собственно сейчас, полностью из бюджета страны. И вот она стала ее генеральным директором. Затем... Это было 1995-1998 год. Затем в 1998-2001 году неожиданно государственная компания, государственная, я хочу подчеркнуть, неожиданно превратилась в закрытое акционерное общество, где президентом была Дарига Назарбаева. Но это только потом уже прояснилось, почему закрыто акционерное общество. Когда закрыто акционерное общество, то состав акционеров нигде не публикуется, это становится непрозрачная структура, но представьте себе, полностью государство финансирует телерадиокомпанию, которая вещает по всей стране, в том числе за рубежом, полностью финансирует из бюджета, и она превращается в закрытый акционер общества. Так ведь не бывает в мире, правильно? И... Удивительным образом позже обнаружилось, что почти 50% этой компании, агентства Хабар, оказалось в руках и во владении Дарьины Назарбаевой и Рахат Алиева через подставных лиц. Они долгое время не признавались и только далеко в 2000-х годах, после смерти Алтенбека Сарсимбаева, с которым они судились и доказывали, что они не являются владельцами этих акций, и Алтенбек Сарсимбаев проиграл это судебное решение, потому что суды решили, что Дарига Назарбаева и Рахат Алиев не являются собственниками, а после смерть, смерти, смерти Алтынбека Сарсимбаева, убийства, ну, собственно, Назарбаева признались, что именно они являются владельцами. Более того, в 2010 году эти почти 50% акций были формально я подчеркну, формально я потом объясню, были проданы государственную холдингу за 100 миллионов долларов. Вот чудеса вы скажете, да, какая талантливая у нас Дарига Султановна. Не случайно она является вторым человеком в государстве нашей страны. Не случайно. Это же такой фокус надо сделать. Быть президентом государственной компании в 1995 году, не имея ни трудового стажа, ни образования, не имея навыков журналистики, не написав ни одну статью, возглавить фактически телерадиокомпанию, затем каким-то тайным и чудесным образом почти 50% ее присвоит, а потом, получая финансирование только из бюджета страны, вдруг продать свою часть акции, которую непонятно как эта семья завладела, Государству за 100 миллионов долларов. Ну, я думаю, что здесь лучшие финансовые гении мира не смогли бы такую операцию провести. Я сейчас говорю о достоинствах, дорогие Назарбаева. Вы просто должны проследить этот путь и, соответственно, понимать логику вопросов. Вы представляете, какой талантливый человек возглавлял, возглавляет сейчас Сенат нашей страны. Итак, это э, 90-е годы. Вот, а потом она стала э, депутатом, э, мажелисменом, потом стала вице-спикером мажелиса, затем в пятнадцатом году, в сентябре пятнадцатого года, она вдруг неожиданно становится вице-премьером правительства, наша талантливая дорога. Это было в сентябре 2015 года. А с сентябре 2016 года она становится сенатором. И такая тяжелая, длинная карьера. Она, будучи сенатором, председателем комитета по, оборонной, по обороне, по-моему, называется. Три года она возглавляла, и в 2019 году она становится, становится председателем Сената. Представляете, три года она вот ползла к этой должности, как тяжело было. Вот. И наша благородная дорога становится вторым человеком государства. Но в любом случае, вы поймите, это невероятная карьера. Будучи простой домохозяйкой в начале 90-х годов, она очень быстро обогащается. Я даже не говорю о том, что в промежутке она успела заняться как бы бизнесом, стала миллиардером. Это отдельная история. Мы сейчас будем обсуждать только ее путь на государственных должностях. А, ну еще очень важный момент, что когда она была вице-премьером по социальным вопросам, была вице-спикером в Сенате и все прочее. А, в промежутке она была награждена различными орденами. Я не говорю про ее медали, не напоминаю, что она доктор наук, там какая-то великолепная певица. И все эти таланты вы все знаете. Но я хотел бы ваше внимание обратить на два ордена. Почему, на, почему именно я хочу на ордена ваше внимание привлечь? Дело в том, что орденами награждает нашей стране Нурсултан Назарбаев. И понятно, что э, он подписывает соответствующие указы о награждении. И вот я хотел бы ваше внимание привлечь Сначала к одному ордену, затем к другому. Итак, в декабре 2004 года она была награждена орденом Парасад. Это как бы орден благородства в переводе. Так вот, в соответствии с положением, этим орденом награждаются деятели науки, культуры, литературы, искусства, государственные и общественные деятели и внимание, а также граждане, внесшие большой личный вклад, в развитие и умножение духовного и интеллектуального потенциала республики, либо за активную деятельность по защите прав человека и его социальных интересов. Ну вот, я хочу еще отметить, чтобы вы знали, а это когда мы придем к власти, мы это расследуем безусловно и. К счастью, все эти денежные транзакции, следы, они никуда не могут исчезнуть. Это очень легко все проследить, обнаружить, доказать, как бы их ни прятали. Поэтому, когда некие пессимисты говорят, что вот они убегут на Запад со своими деньгами, их невозможно потом привлечь к ответственности, они ошибаются, потому что есть страна, откуда деньги выведены, и цепочка по которой двигались деньги, компании и так далее, они никуда не исчезают, это все в банках сохраняется при соответствующих запросах со стороны государства и обращение в рамках договора взаимопомощи, это все раскрывается. Итак, я хочу еще раз ваше внимание акцентировать, что в это время, когда она руководила телевизионной компанией Хабар, Ей совместно с Рахатом Алиевым были созданы ряд офшорных компаний, которые всю рекламную а, деятельность этого этой компании, а именно за то, что бизнес размещал рекламу на телевидении, они создали промежуточную офшорную компанию. А, рекламодатель деньги кидал сюда, они основные суммы оставляли на офшорах и маленькую ее часть отдавали агентству Хабар. И вот чтобы вы знали, что суммарно это приводило к тому, что минимум 100 миллионов долларов вот таких денег транзитных ежегодно накапливалось. Вы понимаете, что даже если формально дорога продала а, эту долю государству, почти 50%, вот эти все структуры офшорные, которые собирают деньги от рекламы, которые вы каждый день видите на Хабаре, они также продолжают собираться на транзитных компаниях и утекают в их карманы. Ничего не поменялось. То есть как бы все финансируется за счет государства, деятельность компаний, а основные доходы, которые ранее составляли 100 миллионов долларов в год, сейчас эта сумма значительно превышает, они уходят в карманы семьи Назарбаев. И, собственно, вы же понимаете, когда... Прозвучала информация, что у Дориги арестовали 3 миллиарда долларов на Западе, и она по этому поводу никак не комментирует. Вы понимаете, да, что только, только от а, деятельности Хабара за 10 лет, а, вот такой вот деятельности, можно собрать сумму свыше миллиарда долларов США. Ну вы оцените, что она контролирует Хабар с 1995 -го года. То есть фактически более 20 лет. То есть вы понимаете какие суммы украдены у государственной компании, которая числяется миллиардами долларов, не просто 100 миллионов долларов, миллиарды долларов. Что вы понимали источник а, формирования доходов только через хабар, только через хабар за счет государственных средств, не говоря о том, что у Дариги Назарбаев есть бизнес в нефти, в строительстве, недвижимости, банковской сфере и так далее, все прочее. Там их таких направлений у нее множество. Вот. И вот я так понимаю, что ее папа за эти заслуги наградил орденом Парасад. Второй интересный орден. Я сейчас очень-очень детали такие говорю. Они очень важны в будущем для следственных органов, которые все эти факты, используя мои выступления, могут нанизывать и предъявлять обвинения. Именно дорогие Назарбаевы. Итак, следующий орден. Орден Борыс. Он, а, он был вручен дороге в декабре 2003, 2013 года. Орден Борыс второй степени. И интересно, что а, здесь тоже награждение производится за особые заслуги. Обратите внимание, за особые заслуги в деле укрепления государственности и суверенитета Республики Казахстан. Вот здесь задаешь вопрос. А как она укрепляла государственность нашей страны и суверенитет республики? Дальше. Обеспечение мира, консолидация общества и единства Казахстана, народов Казахстана. Тоже большой вопрос. Как же это она делала? Государственные, производственные, научные, социально-культурные, общественные деятельности. Ну, в общем, долго можно перечислять. Я хочу сказать, что Орден Барыс имеет третью, вторую, первую степень. И самое интересное, что Награждение этим орденом оно должно быть последовательным по положению об этом ордене. Сначала третий, потом второй, потом первый. Так вот, Дарига была награждена в 2013 году в 2013 году сразу орден Барс второй степени. Но в принципе это возможно. Само положение говорит, что в особых исключительных случаях за особые отличия такие решения, чтобы проскочить этот рубеж, нарушить последовательность награждения, третий, второй и первый, такие исключения могут быть. И это решение принимает кто? Глава государства. А кто у нас был главой государства? Ну, султан Назарбаев. Так вот, он решил, что исключительный случай настал, что у Дарьи особые отличия. и в декабре 2013 году папа, ну, султан Назарбаев, наградил свою дочь орденом Борыс второй степени. Итак, это я для чего вам перечислил, а теперь я хочу показать вам, что Дорига Назарбаева нелегитимный сенатор, нелегитимный председатель Сената, то есть любое ее перемещение на позицию будущего президента страны автоматически нелегитимное, потому что она все время занимала ту или иную позицию нелегитимно. Мне эти все вопросы, которые сейчас я формулирую и озвучиваю, конечно же, подготовила группа юристов, которые свою работу провели на основании запроса, ваших вопросов, которые вы мне адресовали, чтобы я их задал дорогие. Вот предполагаемым дебат будущих дебатах, я эти вопросы сейчас задаю, потому что на дебатах мы будем обсуждать такие вопросы. Дорога, скажи, пожалуйста, а как ты стала председателем Хабар? А как ты вдруг государственной компании стала собственником? А как ты вдруг получила за это 100 миллионов долларов? А как ты вдруг стала вице-премьером? А как ты вдруг стала вторым человеком государства? Итак, давайте мы не будем далеко углубляться, возьмем период, когда она стала неожиданно вице-премьером правительства Казахстана. Несведущим я хочу сказать, что членов правительства своим указом назначает глава государства. На тот момент главой государства был Нурсултан Назарбаев. Кстати говоря, даже сейчас, находясь на должности председателя Совета Безопасности, любые высокие назначения министров, акимов областей, все согласуется через Совет так называемой национальной безопасности, а точнее говоря, именно у Нурсултана Назарбаева. И ни одна высокая должность не может произойти без подтверждения со стороны Нурсултана Назарбаева. Поэтому у вас никаких иллюзий не должно быть. Акимов областей, городов, судей и все прочее назначает формально Такаев, но он их назначает после того, как их согласует ему лично Нурсултан Назарбаев. Итак, в сентябре 2015 -го года указом Назарбаева, Дарига Назарбаева становится вице-премьером правительства. А теперь мы вернемся а, к законодательству, которое существует на данный момент и существовал на момент назначения. Итак, а, есть закон, который, а, ну, я говорю, опираюсь на статью закона 11 от 2 июля 1998 года, называется ⁇ О борьбе с коррупцией ⁇ так вот, этот закон гласит, что совместная служба близких родственников недопустима. А, так, должностные и иные лица, я цитирую норму закона, уполномочены на выполнение государственной функции, и лица, приравненные к ним, не могут занимать должности, находящиеся в непосредственной подчиненности должностям занимаемых близким родственником. И тут перечисляется, кто является близким родственником. Собственно, конечно, дорога родная дочь Нурсултана Назарбаева является близким родственником. Так вот, прямое нарушение закона о коррупции, о государственной службе. То есть Нурсултан Назарбаев по законам страны не мог Даригу Назарбаеву назначить на должность вице-премьера правительства. Потому что он ее назначает Своим указом она находится непосредственно непосредственном подчинении именно тому, кто ее назначил. Потому что все правительство подчинялось Нурсултану Назарбаеву. Они делают регулярные доклады министры, премьер-министр и все прочее. Вице-премьер может замещать позицию премьер-министра в отсутствии премьера. Ну и собственно прямое нарушение закона о коррупции. И это, опять же, можно увидеть и прямое нарушение статей Конституции. Вот если посмотреть статью Конституции 20, видно, что все они, члены правительства, подчиняются Назарбаеву. И в соответствии с 44 статьей Конституции Казахстан, именно президент Республики Казахстан, Русултан Назарбаев на тот момент, назначает на должность члена правительства. Ну, вице-премьер должность члена правительства. Как вы понимаете, удивительным образом Конституционный совет, Генеральная прокуратура, которая надзирает над законностью государственных актов и так далее, они все это не то чтобы пропустили, а сознательно не реагировали на прямое нарушение закона со стороны президента Республики Казахстан, нарушение законов о коррупции и других нормативных актов страны. То есть выясняется, что Дарига Назарбаева занимала должность вице-премьера правительства незаконно. И Назарбаев прямо может быть привлечен к ответственности. И собственно и она тоже. Что они вместе участвовали в нарушении законов о коррупции Республики Казахстан. Теперь давайте пойдем дальше. Вот а, в сентябре 2016 -го года Дорога Назарбаева уходит в отставку и, внимание, Назарбаев назначает своим указом ее сенатором. Из 49 сенаторов Верхний парламента парламент Республики Казахстан 15 назначается президентом страны. И получается новое нарушение. Президент страны проводит назначение сенатором свою родную дочь. И опять нарушает закон Республики Казахстан, и ее последствия таковы, что Назарбаев, создав промежуточную структуру, как Совет национальной безопасности, переходит туда на свою позицию своим указом назначает, ну фактически по законодательству считается председатель сената в случае отставки главы государства занимает его место. Значит, Сенат перемещается, из Сената перемещается на позицию исполняющей обязанности президента Токаев. И внимание, на позицию председателя Сената, второго человека государства, перемещается кто? Дочь <coughs> ну, султана Назарбаева. Которая назначена указом Назарбаева на должность сенатора. То есть, если бы э э не избранное, а на зависимое лицо, это опять нарушение законов. И вы понимаете, здесь существует а, организованное преступное сообщество, в котором участвовал и нынешний глава государства Касымжимар Такаев, который, значит, затем, когда истек срок а, сенаторства Дариги Назарбаевой, в августе снова и назначает сенатором, и как бы сенатор единогласно, как бы ее избирают снова председателем сената. Здесь везде идет прямая зависимость от Назарбаева, прямое нарушение закона о коррупции, то есть нахождение на позиции председателя Сената, сенатора и все прочее, по сути является незаконным. И понятно, что в этой связи возникает очень много вопросов, если незаконный сенатор, и в будущем она стала председателем Сената через некоторое время. Если вся цепочка незаконная, то есть она является незаконным вторым человеком в государстве. И вот представьте, завтра идет подготовка, мы все видим, Дорога приходит на должность исполняющей обязанности президента страны. То есть незаконно назначенный на должность сенатора своим отцом Нурсултаном Назарбаевым, затем незаконно ставший председателем парламента, сената Верхней Паламты, Верхней палаты парламента. Она становится незаконной исполняющей обязанности президента, а потом и президентом страны. Вы видите, сколько незаконных вещей. И поэтому я, конечно же, на предстоящих дебатах хочу задать эти вопросы. И вообще удивительно. Но султан Назарбаев руководит страной 30 лет, существует куча законов. Он все время говорит, что его дети, такие же граждане, как и другие граждане страны, имеют право заниматься партийной деятельностью, бизнесом занимать государственные посты, при этом он своим указом прямо нарушает закон о коррупции и другие нормативные акты страны. Соответственно, мы сейчас имеем нелегитимное высшее руководство страны. Я, соответственно, когда будут дебаты, хотел бы узнать мнение Дориги по поводу ее должности и по поводу ее так называемой трудовой карьеры, по поводу ее награждения. А Теперь я еще в этой связи, это мы обсудим, наверное, позже, но я вам даю в качестве информации, а какие незаконные вещи, это в будущем для следственных органов, я хочу озвучить. Ну, во-первых, начнем с орденов. Возьмем Тимура Кулебаева, зятину султана Назарбаева. Он также был награжден орденом Курмет в 2001 году самим Назарбаевым. И обратите внимание... Орденом Борыс третьей степени в 2009 году и орденом Борыс первой степени в 2014 году. То есть опять по закону, по положению об этом ордене, 3, 2, 1. И он проскакивает второй степени, поднимает на, первен, на первую и здесь в законе четко говорится и вообще положение в ордене, что это в исключительных случаях происходит за особые заслуги. И вот Тимур Кулебаев был награжден за особые заслуги, соответственно, орденом Борис. Ну давайте вспомним и хотя бы пару минут поговорим о Тимуре Кулебаеве. Вы все знаете, что он миллиардер, самый богатый человек страны. Только на одной сделке а, Рум Петрол, он нанес ущерб стране свыше 5 миллиардов долларов. Этот актив они не смогли даже продать и за 500 миллионов долларов. А, он же получил откат от китайцев в Ахтюбе Манайгаз за то, что организовал, ну понятно это семейный клан Назарбаев а, с Тимуром Кулебаевым, более 160 миллионов долларов взятки, это только официальные взятки, которые только я обнаружил. А, ну понятно, что таких взяток их там множество. 100, более 160 миллионов долларов китайская группа компаний CNPC выплатила Тимуру Кулебаеву. И вот такому человеку, который просто просадил огромное количество средств, украл их, десятки миллиардов у страны, увел гигантские активы у национальной компании Казмана и ГАЗ, вот Назарбаев так награждал. Более того, в 2011 году он его назначает, обратите внимание, кем? президентом Самру Казана. Что прямо противоречит тоже закону о коррупции, потому что а, это государственные компании фактически напрямую подчиня, подчиня ему. Он был там а, председателем Совета Викторов, а, контролировал, вообще и сейчас продолжает контролировать все национальные компании. Ну и давайте, что называется, а, еще, вспомним родственников Назарбаева, который опять же... Ну, например, нынешний первый заместитель председателя комитета национальной безопасности Самат Абиш, он стал сейчас уже генерал-лейтенантом. До этого был генерал-майором, и он тоже так называемый орден данк или орден славы награжден. И опять же, вы должны знать, что на такие позиции назначаются указом президента страны и президентом. На тот момент был Нурсултан Назарбаев, то есть, опять же, здесь происходит нарушение закона о коррупции. Видите, Назарбаев, он это делал регулярно. Спрашивается, где наша генеральная прокуратура. Ну и, наверное, надо напомнить, что он не забыл свою вторую дочь и третью тоже. Ее государственную премию назначил в области заслуги в области литературы, искусства, там, кинематографии. А вторая дочь тоже была награждена орденом Борис третьей степени. Ну, она у нас, понятно, академик и все прочее. Правда, не живет в Казахстане, живет в Швейцарии. При этом остается крупнейшим миллиардером вместе с Тимуром Кулибаем, Они только по официальным данным имеют состояние свыше 7 миллиардов долларов США. Поэтому, когда вы слышите слова о том, что все законно, все нормально, все правильно, дети у меня талантливые, внуки талантливые, все талантливые, не отрицаем. И вот а, в этой связи второй человек в государстве, председатель сената, который создала сейчас совет так называемых сенаторов и говорит о том, что они хотят надзирать за законностью, вот человеку, который хочет надзирать за выполнением законам, законов, надзирать над тем, что все законно, который критикует судебную систему, прокуратуру и все прочее, я адресую вопрос, дорогая, а как ты стала председателем Сената? Насколько это законно? Неплохо было бы юристам Сената, юристам правительства, юристам Генеральной прокуратуры дать заключение на предстоящие дебаты, чтобы ты всю нашу страну и не только убедила в том, что ты легитимный председатель Сената, что ты легитимный сенатор, что ты в будущем будешь легитимной главой государства что все законно. Ты же хочешь, чтобы все было законно. Поэтому я все эти вопросы адресую дороге Назарбаеву. И, уважаемые друзья, еще раз хочу напомнить, статья закона о коррупции прямо указывает, что не могут работать люди вместе, тем более не может тот человек, который руководит, назначить ее на ту или иную должность своим указом. Это просто противоречит нашим законам. И, как вы видите, второй человек в государстве назначен кем? Ну, Султаном Назарбаевым. Предварительно он ее назначил сенатором, и она, что называется, стала председателем сената нашей страны. Вот, собственно, что я хотел сказать сегодня, резюмируя все ее награды. За что дорога тебя назначили, наградили? Пожалуйста, готовься. Ну, ты можешь без дебатов озвучить, что тебя папа наградил справедливо. Первое. Второе, все твои должности, вице-премьер, правительство, Сенат, все прочее. Можешь ли ты аргументировать, что это было законно? Ну и параллельно, пожалуйста, не забудь, что первый заместитель председателя Комитета национальной безопасности Самат Абиш, родной племянник Нусултана Назарбаева, был назначен указом Назарбаева, что противоречит прямо закону о коррупции. И был награжден различными орденами, медалями. Также зять Тимур Кулебаев был назначен на самые высокие должности, тоже указом Назарбаева или подчиненных ему людей постановление правительства и все прочее. Вопрос, как председатель Сената? Законно это или нет? В общем, дорогая, я жду от тебя ответа. Я понимаю, что тебе, наверное, трудно, но у тебя такая команда. Ты создала целый совет сенаторов. Кстати говоря, такой орган вообще в мире отсутствует, такое понятие. Есть парламент. В парламенте есть фракции, есть юристы и все прочее, а какой-то совет сенаторов мифический, который там набирает старых сенаторов и все прочее. И там что вы обсуждаете? Вам что парламент не хватает? Что вы обсуждаете? Вот. Уважаемые друзья, я э, жду от вас еще вопросов. Я понимаю, что после моего выступления у вас их должно быть очень много. Я их получаю, я их просто группирую и буду задавать эти вопросы. До встречи в эфире, дорога. До встречи в прямом эфире по всей стране.